среди образовательных учреждений общеобразовательных. Дерзайте. Ну и мы ждем. Отделение ГИБДД и управление образования награждает Лояру Наталью Александровну. Давайте мы Наталью Владимировну. Ну это будет в будущем, это будет 2015-2016. Все структуры, включая ГИБДД, это направление на охрану жизни. Дело в том, что да, если брать во внимание, что надо визуальный паспорт, да. Я с учителем французского языка, школа номер 16, территории, что уже не подходит под колесо.